На одной из центральных улиц села Лысые горы оживленно круглые сутки. По Мичуринской спешат к автобусу местные жители, на высокой скорости проходят легковые машины и большегрузы. И те, кто пешком, и те, кто на транспорте, движутся по проезжей части. Здесь, значит, объезжает система Платон, большегрузы. Вот. Дорога не соответствует никаким нормам. Все в ямах, в ухабинах. Ни дорожных, ни пешеходных дорожек нет, ничего нет. Никому ничего не надо. Все вот эти вот кусты, все заросло, как в джунглях. Это центральная улица. Большегрузы, проходящие транзитом на высокой скорости, разбивают асфальт и создают аварийно-опасные ситуации в населенном пункте. По мнению местных жителей, грузовые машины из других регионов объезжают систему «Платон», ведущую учет на федеральной трассе «Каспий», и не задумываются о последствиях такого проезда через село. Честно говоря, тут вся Россия проезжает. И 125-й, 126-й регион, там 151-й, 05-й, Краснодар. Да много. Я вчера вот сидел, наблюдал эту картину. Где-то за минуту 12 машин, вот 4 часа проехал я, засекал. От этой вибрации у меня вон гараж весь вот лопнул, его видно. Там, короче, дом ходит ходуном. Автомобильные дороги, проходящие через населенные пункты, как правило, не рассчитаны на такую нагрузку. Асфальт разбивается, а вибрации приводят к трещинам в стенах. Автомобиль я свой не ставлю в гараж. Вот из-за чего. Это с осени все началось. Я боюсь, что все вот это обвалится и повредит автомобиль. Это вот из-за такой вибрации вот этой дорожной. Зимой земля заморожена, и вибрация передается, она очень хорошо. Трещины имеют и дома на этой улице. Разумеется, причин их образования может быть много, но вибрации, которые создают груженные машины на высокой скорости, только усугубляют ситуацию. Вы же видите, вот какие машины тут идут, да? Разобьют вот последнюю дорогу, а делать ее никто не будет. Не будет, и так и останется. И потом у нас это единственная дорога осталась, федеральная вся разбита, так? Вот тут у нас из карьера песок с глиной возит, там до Тамбова, тоже уже все выбито. Но остался вот этот участок. Вот добьют и все. Жители хотят обратить внимание органов местного самоуправления на то, что дорога в населенном пункте должна быть прежде всего безопасной. Для этого необходимо установить камеры видеофиксации, систему учета «Платон», а также организовать безопасное передвижение пешеходов. Кроме того, необходимы тротуары и ограждения. Как нам пояснили в администрации Тамбовского округа, дорога через Лысые горы имеет статус межмуниципальной, и ее обслуживанием занимается Министерство автомобильных дорог Тамбовской области. Естественно, дорога общего пользования, и там нет никаких ограничений для проезда большегрузов. Вот, в данном случае необходимо собственнику, именно Министерству автомобильных дорог, обратиться в ГИБДД Тамбовской области с просьбой организовать фото- и видеофиксацию с целью предотвращения правил нарушения дорожного движения. Для того, чтобы ускорить появление систем видео- и фотофиксации нарушителей правил дорожного движения, свое предложение в автоинспекцию представит профильный комитет Тамбовского округа. Людмила Марченко, Михаил Мальцев, Данил Лычко, «Область новостей».